Алина Наумова с тремя детьми и своим супругом были приглашены в администрацию округа, чтобы побеседовать с Никитой Чаплиным. Говорили, конечно, о том дне, когда многодетная мама решилась на отважный поступок. Бросилась в ледяную воду Яузы спасать свою собаку. Пес Фили в их семье жил уже 3 года. Тем февральским днем во время прогулки он погнался за уткой, выбежал на лед и провалился. Ну, я стояла, если честно, ждала, пока он выплывет сам. То есть не то, чтобы мне очень хотелось бы лезть в эту воду, но когда я поняла, что он уже уходит под лед, то стало ясно, что выбора у меня нет. Видео, где Алина Наумова спасла пса, облетело весь интернет. Многодетная мама сразу стала поводом для обсуждения. Говорит, что времени на обдумывание не было. Она не хотела допустить, чтобы на глазах детей утонула собака, ставшая членом их дружной семьи. Все мытищи точно обсуждают, а вся страна гордилась вами, когда бросились. Никита Чаплин отметил, что поступок Алины впечатляет, но нужно помнить про безопасность. После вице-спикер МОС облдумы преподнес семье небольшие подарки. Крепкий поводок для собаки, беспроводные наушники и сувенирную матрешку для детей, а также чайный сервиз для всего семейства. Неожиданно было, что он меня пригласил. Приятно встретились, приятно увидеть человеческое лицо, неформальную встречу. Приятно было, что меня заметили. Во время беседы говорили о развитии округа, в частности, преобразовании в Центральном парке культуры и отдыха, а также о благоустройстве Мытищинского лесопарка. В завершении встречи семья Наумовых вместе с Никитой Чаплиным сделали совместную фотографию. Алла Сталаева, Константин Химичев, Первый Мытищинский.